Теперь, коллеги, вот не хотел про это говорить, но вынужден, так? Вот сегодня у нас по Ленску произошел у нас, на мой взгляд, очень неприятный, возмутительный, я даже сказал, инцидент. И в Ленске врач-инфекционист Татьяна Ивановна даже не пожаловалась, а просто обратила внимание, что, к сожалению, обеспеченность вот этими защитными костюмами у них оставляет желать лучшего. Я дал поручение вчера, чтобы было это все обеспечено именно в этом отделении Ленской районной больницы. А сегодня я узнаю, что вчера на данного врача был целый такой наезд, можно так сказать, так, со стороны руководителей больницы, что якобы она позорит своим обращением к главе эту больницу. Вот. Ну и человек практически довели до того, что человек написал заявление об увольнении. Я сегодня лично сам этого врача нашел, извинился перед ней за руководство больницы, так, вынужден был. Но прошу Жумаш Расулович на месте разобраться с этим вопросом, так, что там, как произошло. Инцидент вообще надо закрыть, так, никакого там, никто никого не собирался ругать. Вот, а люди на местах любую жалобу на уровень головы почему-то начинают воспринимать как позор для своего учреждения. Коллеги, у нас врачи, те, кто непосредственно занят на борьбе с коронавирусом, уже некоторые месяцы, некоторые полтора месяца уже борются с этой болезнью. Они просто физически и морально очень устали. И их выводить из себя там какими-то мелкими или не мелкими придирками, просто это на самом деле абсолютно аморально. Поэтому просьба вот этот вопрос взять на контроль, так, и таких случаев вообще не допускать. Это относится не только к Ленску, это относится ко всем другим районам. Я узнаю в следующий раз, я просто голову оторву. Вот так нельзя делать. Это еще раз говорю, категорически.